футбольное поле, детскую площадку, волейбольную площадку. Это единственное место развития детей и разного поколения. Причем у нас приезжают даже из города Королева. И несмотря на то, что мы обращались в администрацию представить нам акт о выборе площадки, схему размещения, нам сначала говорили, а это государственная тайна, а это коммерческая тайна. Так вот, уважаемая администрация, вы, наверное, знаете, у нас есть письмо из прокуратуры и Московской области, и прокуратуры города Королева, где вам предписано предоставить нам эти документы. Уже прошло полгода. Убедительная просьба представить. Более того, я хотела бы попросить вас. Вчера мне звонил из водоканала уважаемый Коган и убедительно просил, чтобы мы согласились на установку водозаборного узла и покрасить нам заборы, и поставить нам лавочки. Убедительно, мы хотим, чтобы наши дети, внуки развивались, более того, росли, как мы, на этих площадках. Поэтому, пожалуйста, не утомляйте их. И более того, пожалуйста, будем нравственно подходить, у нас стоит памятник. Не будем, так сказать, мы не Украина, мы не Литва, мы не Польша. И не будем уничтожать памятники, которые построены в память о наших защитниках, которые дали нам жизни. Пожалуйста, убедительно. Не надо прикрываться демонтажом памятника, дабы оставить под водозаборный узел эту площадку. Более того, уважаемый Юрий Анатольевич, вы говорите, что вы разделили этот земельный участок. Не надо лукавить. Это было до вас разделено. Но ответьте мне, пожалуйста, вам дано указание межведомственной комиссии Московской области, значит, перевести муниципальную собственность, вот земельный участок под детской спортивной площадкой. Почему вы до сих пор этого не сделали? Год тому назад. Пожалуйста, не лишайте нас ни водозабора, вернее, отклонить водозабор. Спасибо, Андрей. МЖК Казань, да? Вы, господин Губцов, как?